Регистрация на портале госуслуг становится делом не только удобным, но и финансово выгодным. Почему, нам расскажет Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а какие вообще опции портала пользуются наибольшей популярностью? На портале есть несколько услуг чемпионов. У нас очень востребованы услуги запись на прием к врачу. Востребованы услуги, которые предоставляет Министерство внутренних дел. Также на портале госуслуг пользуется популярностью услуга по выдаче сведений о начислениях в пенсионный фонд, а также услуги ЗАГСов, регистрация, расторжение брака. Хорошо, а какие новые услуги возможно получать удаленно? В последнее время мы сделали в электронном виде такую интересную услугу, как выдача охотничьего билета. Также мы модернизировали услуги запись в дошкольные детские учреждения, запись в школьные детские учреждения. Ну и самая интересная новация, что с начала этого года стало возможно ряд госуслуг, если их заказываешь в электронном виде и оплачиваешь на едином портале госуслуг, получать 30% скидкой за пошлину. Раньше многие говорили, что есть сложности в использовании портала. Сейчас сделано что-то для упрощения регистрации. Да, у нас с 2016 года возникла новая версия портала госуслуг, которая, ну, на мой взгляд, гораздо проще и удобнее, и понятнее людям, даже не столь просвещенным в технологиях. С другой стороны, появились очень много мобильных устройств, которые на самом деле гораздо проще, чем персональный компьютер. Те же планшеты вполне по силам освоить, на мой взгляд, любому человеку, вне зависимости от его возраста. Спасибо. Напомню, на связи со студией был Александр Козлов, министр информационных технологий и связи Челябинской области.